Стратегическая сессия «Комфортная и безопасная среда для жизни» собрала представителей различных общественных организаций, чиновников и активистов, готовых внести свой вклад в будущее Самарской области. В числе участников и Екатерина Гудзима, член регионального штаба «Народный фронт», которая присоединилась к обсуждению вопросов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Мы командой подготовили несколько идей. Это касается и содержания тех благоустраиваемых территорий, которые у нас сейчас проходят по проекту «Комфортная городская среда», либо по малым городам и историческим поселениям. Мы здесь предлагаем совершенно четкую систему содержания, которая позволит сохранять то, что мы благоустроили на многие-многие годы. У нас большой пакет предложений по капитальному ремонту, особенно для домов, которые взялись самоуправлять данными денежными средствами. На сессии выделили 5 ключевых направлений для обсуждения. Развитие транспортной инфраструктуры, повышение качества дорог, жилищное строительство, модернизация ЖКХ и газификация, благоустройство и развитие общественных пространств, а также обеспечение общественной безопасности. Прозвучавшие предложения будут переданы в РИО губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву для включения в проект программы социально-экономического развития региона. Наиболее интересные идеи, мысли, предложения, они как раз найдут свое подтверждение или, может быть, даже развитие. Потому что у одного видение одно, а когда собирается несколько человек, то видение уже может чуть-чуть меняться и расширяться, самое главное. Сессии являются платформой для объединения общественных деятелей и активных граждан, где открыто обсуждаются аспекты, влияющие на комфорт и безопасность жизни жителей региона. Августина Охременко, Валерий Майоров, «События».